В очередном номере популярной в Турции газеты «Онжи Ватан» опубликована большая статья под названием «Благодарность Назарбаеву». Автор рассказывает о вкладе казахстанского президента в нормализацию отношений между Турцией и Россией, передает уважение и признательность турецкого народа к главе нашего государства. Напомню, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым тоже благодарил казахстанского лидера за примирение двух стран. Престижное издание, выходящее в Стамбуле ежедневно 30-тысячным тиражом, подробно рассказало также о том, каких высот достиг Казахстан за 25 лет независимости. Президент в своем традиционном послании народу, а также в манифесте «Мир 21 век» призывает общественность всей планеты к миру, объединить усилия в борьбе против международного терроризма. Эта его инициатива с каждым днем все сильнее доказывает свою жизнеспособность. Благодаря его авторитету, сегодня отношения между Турцией и Россией вновь возрождаются, улучшаются двусторонние дипломатические связи. За это мы безгранично благодарим президента Казахстана. Я в этой статье подробно рассказал о достижениях независимого Казахстана за 25-летнюю историю во внутренней и внешней политике.